Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в Don't Starve, Царство Гигантов, версия Познай Тьму, где мы, в общем-то, играем ночью, всегда ночью, в полном мраке. Такой симулятор Северного Полярника. На Северном же полюсе всегда ночь практически, если я ничего не путаю. Хотя я могу путать, не очень силен в этих вещах. Ну, не суть важно. Главное, что мы занимаемся рыбалкой. Нам нужно энное количество рыбы. И рассудок, кстати, падает. С этим тоже что-то стоит сделать. Есть домик Вилсона, можно сбегать туда, поспать, да и все, в принципе, как вариант. И что-то рыба не хочет клевать. Оп, отлично. Еще. О, а можно сжечь пруд? Сейчас выясним. Пепел мне, кстати, нужен. Так. Из пепла я могу сделать спокойно себе вот эту вот вещь. И полечиться. Почему нет? Блин, все сильнее и сильнее темнеет. Ну-ка, клюй скорей. Может, ночью хорошо клюет в темноте? В сумерках в таких? Что-то не очень, да? Блин, я скоро не увижу, что вообще будет клевать. Не... А, твою налево. Это вот только потянулся, а. Подложить и сразу клюнуло. Давайте вот в этом озере порыбачим. Я чувствую, здесь вот куча рыбы. О, я не ошибся. Ладно, еще две рыбки хотя бы поймать. Или до десятка. Давайте до десятка поймаем. Рука, ну ты вовремя. Совсем вовремя. До десятка хотя бы доловим. Хотя вряд ли, у меня рассудок скорее упадет. Поэтому, наверное, еще бы две поймать хотя бы. Так, еще одну быстренько поймать и валить. Надо немножко поспать и делами заняться. Крафтить разное. Хорошее, нужное нам для выживания. Ну, о, отлично. Все, побежали в домик Вилсона, который мы построили. И попробуем там переночевать. Что из этого получится, заодно проверим. Я его где-то вот, вот он. Я его там построил. В принципе, по дороге довольно быстро туда добежать можно, а то рассудок сейчас упадет до критичной точки. А это совсем печально будет опять бегать и драться с этими кошмарами. Это уже ни в какие ворота. Домик, домик, домик. Где-то здесь он был. А вот чуть дальше. Пробуем спать. О, блин, шапку разрядил. Я молодец. Едим испорченную гадость. Что нужно? Нужно зарядить ее. Хорошо. И зонтик, зонтик. Зонтик у Честера. Нет? Чё, зонтик пропал? Ладно, офигенски. Побежали тогда быстренько до базы. Так, сачок в руки возьмем. Удочку почти словили. Нет, что, точно у Честера нету? Этот цветочный зонтик, он вообще ни о чем живет. Вообще печаль. Ладно, надо тогда скорее бежать и сделать себе нормальный зонтик. Имеется в виду, который не как цветочный. Через 5 секунд пропадает. Так, синий гриб. Давайте возьмем его, фиг знает. Зачем? Хилит. Но рассудок уменьшает. Может и пригодится.
Блин, я мимо траву пройти не могу, нифига. Ладно, база рядом, совсем побежали. Просто напрямую. Пока не намок сильно. У меня есть вот рыба. О, я отхилился чем-то. Чем же я отхилился? Зато из-за дождей у нас просто все прет, как на дрожжах. Вся растительность. Цветы вон фигашат. Это, кстати, хорошо. Особой нужды в них не будет. А, я могу зонтик и цветочный опять сделать. Ну, отлично. Рассудок подняли. Побежали. Я по этой дороге не до конца пробегал, насколько я понял. Да, вот сюда вниз надо по ней сбегать. Там, скорее всего, где-то свиньи еще обитают. И надо сделать казан. Сейчас мы, короче, вот этими вещами займемся. Цветок. Выкопаем. Блин, дождь такой жесткий. Вот это все выкапываем. И добавляем сюда топливо. Отлично. Ягоду. Нет. Синий гриб пока ты мне совсем не нужен. Давайте подумаем. Так, еда, казан, казан. 6 угля нужно. 6 угля есть. И камни. 1, 2. По-моему, 3, да? И вот здесь его поставим. Хорошо. Блин. Так, давайте закроем тогда пока мини-карту эту. Я стою уже под зонтиком. Сколько рыб нужно на... На палочке. Так, с этого количества у нас не получается. А так... Получается. А если за место рыбы гриб, то тоже получается. Готовим. Часть рыбы придется, скорее всего, просто так съесть. Потому что у нас нечего есть. Блин, это тоже печально. Нужен нормальный зонтик. Давайте сделаем нормальный зонтик. А не этот непонятный агрегат. А, пару рыб мы просто съедим. Что голод не тетка. О, этот зонтик вообще шикарно защищает. Но он тоже расходуется. Правда, гораздо медленнее, что гораздо лучше. Палочки. Палочки 37 голода восстанавливают. А если тупо рыбу закинуть, то что выйдет? 62. Одну палку. То опять палки. А сама по себе рыба восполняет 8,3. То есть выгоднее все-таки сделать вот это вот. Ладно. Палки только одни сделаем. Потому что мне, в принципе, хилиться-то особой надобности нет. А вот есть надо. И зачем я, кстати, держу у себя на голове вот эту вот, неясно. Надо снять. Отлично, съедаем. А, ну, все понятно, надо двигаться. Скорее всего, эти палки канут в лету гораздо раньше. Могу я мед раздобыть? Могу, блин. Но это не сказать так, что просто. Ладно. А, дорога здесь кончается. Ясно, то есть свиньи где-то там, по дороге туда, в ту сторону.
Зонтик оденем. И нам надо, наверное, рыбу половить, но только просто так, для себя немножко. А, все, конец, да? Ну ладно. Тогда не будем попросту мокнуть. Отчешем все-таки в подземелье. Там, я надеюсь, довольно быстро лампочек найти. Хотя бы не помешало еще пару светляков поймать по дороге. Чтобы иметь некий запас. В любом случае. Но это уже как получится. Блин, я с дороги сбился. Плюс Честером. В полнолуние можно попробовать что-нибудь с Честером сделать. Какую-нибудь его вариацию. А, дождь кончился. Отлично. Так. Домик Вилсона. Но мы потестили. В принципе, работает. Он не особо читерный, потому что он на одном месте стоит, он за мной никуда не движется и как-то особую пользу больше не приносит. А тусоваться возле него постоянно не собираюсь, это бессмысленно. Мяса у меня, в принципе, немного. Свиньи, если на меня и будут агриться, то... Ой, свиньи, говорю, кролики эти, которые подземные, то не особо. Можно найти их жилище, там должно быть куча морковки, как правило, рядом. Что хорошо. Ну, пойдемте. Еще разок. Сюда. Уже пытались как-то проникнуть в пещеру, но как-то не задалось. Из-за дождя в основном. Ну, из-за общей неготовности. Сейчас хоть как-то готов частично. Ну, думаю, что... В пещерах выживать, что на поверхности. А в пещерах дождик идет небольшой. Занятно. Но зато у меня и зонт есть. Соберем ягод. И давайте исследовать, что здесь происходит. Мне очень быстро надо найти что-то, что будет... Ну, вернее, короче, лампочки мне нужны, чтобы мою каску заряжать. Надо найти плантацию, где они растут. Чем я быстрее сделаю это... А вот я уже вижу ее, эту плантацию. Но она внизу где-то. Вот они, лампочки. Я вроде как сюда и движусь. Отлично. Так, сойдем с болота. О, шикарно. Все, можем ими запасаться. Единственное, что на болоте, это, конечно, рискованно. Да, началось. Эти не дремлют. Болотные чудища. Поэтому потихоньку продвигаемся, собираем лампочки. Чересчур много их тоже не надо, они имеют свойство портиться. А испорченные лампочки нам особо не понадобятся. Так. И тут что, в подземелье вечный дождь будет идти или как? Или он тут отдельно как-то идет, а потом прекращается? Что-то раньше я не наблюдал, что постоянно в подземелье дождь шел. Это новая фишка. Тогда это усложнит жизнь нашу. Зонтик, он все-таки не бесконечный. Ну давайте еще лампочку. Еще. И пойдемте. Пойдемте отсюда потихоньку. А что тут одна лампочка делает?
У меня тут одна рыбка есть. Ягоды. Блин, гуана. Значит, здесь где-то летучие мыши. Неохота беспокоить их гнезда. Это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. А, тут сплошные тупики. Я сейчас все тупики, конечно же, найду. Это само собой. Кстати, Честер. Чё я вот эту вот вещь не скинул? Ой-ой-ой. Зайцы сагрились. Ой, ой. И броню мне сломали. Вот гады. Нафиг. Все, нету, нету мяса. Фу. Нет уже мяса. Но они уже сагрились, им пофиг. Ну, блин, а? Может, отстанете, нет? Нифига тут все позагадили. О-о-о. Зайцы, вы что такие зайцы? Как мне с вами бороться-то? Я даже броню сделать не могу на такой скорости. Так, ну иди сюда. Воу. А может и не иди. Нафиг тогда заберем. Блин, а. Ну-ка, болотное чудище какое-нибудь вылези. Давайте попробуем спровоцировать. Так, ну только не на Честера, давай на зайцев. Нет, один Честер стоит, страдает. Блин, давайте еще раз попробуем. Так, вот два. Зайцы. Почему опять только Честер страдает? Да, Честер вообще дострадался. Так, одного схарчили. Да ладно. Зашибись. Заяц. Заяц закончил нашу жизнь, в общем-то. Ну ладно. Это был такой экспериментальный проект на тему того, получится ли выживать в темном-темном суровом мире. Ну и, как видим, в темном суровом мире сурово и очень темно. И, в общем-то, долго прожить довольно проблематично. В основном проблему здесь мне доставил дождь. И то, что рассудок постоянно падает, потому что у нас темно. Плюс обзор, конечно, очень маленький. Как бы адекватно отслеживать, что вокруг происходит, довольно сложно. Но в любом случае, всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Вступать в группу ВКонтакте. И увидимся в следующих каких-то видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.